Всем привет! Начинаю новый влог. Вот, и начинаю его с закупки продуктов. Я сейчас приехала с рынка и хочу поделиться с вами своими покупками. Здесь покупки и на месяц, и не на месяц. В общем, такая как глобальная закупка. У меня здесь больше килограмма бедер. 5 филе куриных я купила. Килограмм у меня здесь четверти, то есть маленькие окорочочки такие. Килограмм крылышек куриных. Это все я взяла на 805 рублей. Мне вышло. Затем из мясного, что у меня, это мякоть, свинина по 250 рублей. Здесь почти, ну, кило 400, кило 300 с чем-то, кило 400. Затем в рыбном, что я купила, вот такие вот палочки у меня сын любит, я их обжариваю, рыбные палки, как бургер там называются, не знаю, такие палочки, очень нам нравятся. Затем 5 штук, это молочный хек, жарить. И захотелось себя побаловать, купили вот такой вот балычок. Очень вкусный и классный. Такой вот балык. Уже текут слюнки. Вот так вот. Сейчас я перейду на другой стол и дальше вам покажу свои покупочки. Затем у меня Феликс. Кошки мои 5 штук я купила. Вискас на разрез 200 грамм. Две пачки вот такого масла. Это масло я в каши бросаю. Одна пачка 40 рублей стоит. Это у меня чисто для каш. Майонез один. Вот такой провансаль большой. 39 рублей стоит. Затем палочку колбаски. Это наш донецкий производит. Макеевка. Финская солями. Мне очень нравится. Одна такая палочка, это варено-копченая идет. Одна вот такая палочка выходит на 105-106 рублей. Ну, вот это у меня вышло на 106 рублей. Затем вот такой вот сыр колбасный. Беру его постоянно, часто. Затем взяла здесь 400 с чем-то грамм. Это белорусский царский. 365 за килограмм. Капусты взяла 350 грамм соленой. Яблок семеринка здесь полкилограмма. И три вот таких вот апельсинки. Апельсины по 75, семеринка у нас по 40. Здесь больше килограмма три апельсины вышло. Купила себе свою краску любимую. Эстель 5,3. Окислитель 6%. Вот такие вот детские влажные салфетки. Вдруг воды не будет, так руки вытирать. Вот так вот себе взяла вот такой шампунь. Белорусский мне. Я брала бальзам-ополаскиватель. Мне очень понравился бальзам. Я решила взять такую шампунь. Тут объем очень большой. Она стоит 131 рубль. Здесь 500 миллилитров. Посмотрим, попробуем. В пустых баночках обязательно расскажу. И купила ребенку две маечки. Вот такие вот. По 100 рублей маечки. Обычные, трикотажные. Такие вот две по 100 рублей маечки взяла. Вот такие вот были у меня покупочки. Мясо у меня, конечно, это на неделе две, может еще больше, посмотрим. Такие вот у меня были покупки сегодня. Я приготовила супчик из горбуши с мелкой макарошки, картошечка, перчик, морковочка, зажарочка, вот такой вот супчик. И добавила туда колбасный сыр, на терку потерла. Он еще не разошелся у меня до конца.
Еще приготовила я картошку с куриным филе. У меня есть на канале, я, может, где-то сверху вам ссылочку оставлю, рецепт. Здесь картофель, куриное филе, сыр, майонез и чеснок. Перемешиваю, сверху кладу в духовку. Очень классная вкуснятина. Попробуйте, приготовьте. Кто не пробовал, это обалденно. Обалденный рецепт. И мне именно понравилось, когда тертый сыр с майонезом, с чесноком перемешиваешь и сверху кладешь. Никогда сыр, никогда промазываешь слои майонезом, а сверху сыром. Это невкусно. А вот таким образом это очень вкусно. Хочу вам показать вот этот лимонад Черноголовка. Какой же он вкусный. Вообще просто вчера муж вечером привез. Я вчера одну баночку уже выпила. Очень вкусный. Либо я давно не пила лимонад. Ну, вообще, просто классный лимонад. Просто бомба. Кто не пробовал, купите, попробуйте. Вообще суперский. Вот так мы кушаем под любимые мультики.